Так, за планом у нас ще один штаб опозиційної платформи «За життя», яка за результатами екзит-полів має другий результат. Тут ще ніхто не розходиться, тривають брифінги та виступи. У штабі продовжує працювати мій колега Олексій Фадієв. Олексію, що відбувається в штабі зараз, прошу. Олексію, третій раз добрий вечір. Так, ми знаходимося тут, у штабі опозиційної платформи «За життя». Тут відбувається, ну, по-перше, я хотів би сказати про атмосферу. Атмосфера, вона пожвавлена, атмосфера, ну, скажімо, прямо радісна. Але усе ж таки головною темою сьогоднішнього вечора тут, у штабі опозиційної платформи «За життя», залишається тема фальсифікації, тема незаконних дій у процесі голосування. І щойно тут, у прес-центрі, завершився брифінг з цього приводу, на якому навіть називали конкретні дільниці і конкретні проблеми. Зараз ви побачите певні частини цього брифінгу. В этот вечер все-таки, несмотря на то, что работа продолжается, хочется начать с того, что поздравить всех наших коллег, всех наших партийцев, наших активистов. Конституционная платформа «За жизнь» последовательно отстаивала пропорциональную избирательную систему с открытыми списками. И сегодня вечером мы в очередной раз убедились в правильности этой позиции. Дело в том, что сейчас приходит, постоянно приходит информация о попытках фальсификации по отдельным мажоритарным округам. Я еще раз хочу обратиться ко всем главам избирательных комиссий, а также секретарям избирательных комиссий и членам избирательных комиссий. Дорогие друзья, мы все с вами на одной стороне, вне зависимости от наших политических взглядов. Мы всем хотим жить лучше, чтобы наша страна жила лучше, чтобы у нас был мир и было благополучие для всех украинских граждан. Поэтому делайте свою работу правильно и на основании закона. И это главный ваш вклад в сегодняшние выборы, в завтрашний парламент, в его композицию и в будущее этой страны. А теперь я хотела бы передать слово Александру Геннадьевичу. Мы пойдем вот по округам и кандидатам и расскажем о тех нарушениях, которые сейчас происходят. Полиция зафиксировала более 2000 нарушений на этих выборах. Наиболее часто встречаемые нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, препятствованием осуществления избирательного права, фотографированием и порчей бюллетеней, сообщения о минировании, которых было аж 26 у нас по стране. Как мы уже говорили неоднократно в течение всех брифингов на протяжении сегодняшнего дня, абсолютным лидером по нарушениям является Донецкая область. Некоторые округа демонстрируют просто весь букет нарушений, которые я только что упомянул, которые фиксирует полиция, что, безусловно, свидетельствует о очень грязной, хорошо спланированной попытке отдельных кандидатов нечестными методами получить мандат депутатский и, соответственно, зайти в Верховную Раду. По каждому факту нарушений мы ведем фиксацию. У нас есть наблюдатели, мы будем защищать каждый голос, который отдан в пользу нашего кандидата, мы будем защищать каждого избирателя, который хочет иметь своего депутата в Верховной Раде и хочет, чтобы это была честная победа. Ось, Олексію, це невеличкий фрагмент цього брифінгу, і, як я вже казав, тут головна тема – це фальсифікації у процесі голосування. І повторюю, що політична партія «Опозиційна платформа за життя» через своїх представників, через своє керівництво неодноразово вже протягом сьогоднішнього вечора заявляла, що боротиметься за кожний голос, боротиметься за кожного кандидата і буде прискіпливо у правовому полі розглядати кожен випадок такої, як вони називають, атаки на цю політичну силу.